Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня мы находимся на Нефтехим-арене и попытаемся узнать, какая из машин быстрее. У нас сейчас здесь на льду находится бензиновая версия заливочной машины и электрическая. Будет два заезда, в которых мы выясним, какая из них быстрее. Первый заезд – это спринт от лицевой линии ворот до центра площадки. Ну и второй заезд – это кто проедет быстрее по кругу. Намного позже. С победой. Да, ничего страшного, да? Скажите, в вашем деле самое главное качество это какое? Качество лед было, что самое главное. Что машина, что нормально работает, платформа самое главное, ножа и температура, лед. То, что скорость у данной машины быстрее, это в принципе... Ну, не такое главное качество, правильно же? В нашем деле скорость особо не важна. Главное качество. Заливки льда. По времени, в принципе, вы одинаково, да? Мы одинаково едем, да. Ну, потому что мы как пары едем, мы уже знаем, кто как едет. И с какой скоростью нам ехать вдвоем. Подравнивайте. Ну, сегодня вы тоже выяснили, да, на какой скорости нужно с обоими друг другом гоняться или ездить там во время игры. Так что тут победила дружба. Спасибо вам. Сегодня победила, на мой взгляд, дружба, потому что, как мы узнали, в ледозаливочной машине самое главное – качественная заливка льда. И кто приехал быстрее, не играет никакой роли. Так что, боевая ничья.